Как вы многие могли заметить, да, вам пришло сообщение от Ютуба, что ссапка деактивирована, да, то есть на моем канале, основном Ютуба, то есть это, ну, потому что у меня там есть некоторые нарушения, да, на моем основном канале, да, вот, была снята целиком и полностью монетизация, то есть, да, ее и так, в принципе, не было, но ссапки оставались, спонсорства, сейчас их убрали. Сейчас скажу, какова причина и почему сегодня мы здесь, а не там, да, значит, вкратце смотрю, вот, значит, почему мы сегодня здесь, значит, объясняю пасеке, значит, Дубадуб, закрись, пожалуйста, значит, у меня там дело в том, что много раз на потоке, да, некоторые дурачки, да, хейтеры, включали различный бред, том же зомбу, да, там различную музыку, которая, ну, является, скажем, нарушительной для площадки YouTube, да. И вот у меня снесли там некоторые потоки на YouTube, да, из-за этой музыки, которую школьники включали, да, про негров, скажем так. Короче, про негров были песни. Вот, а Ютуб, ну, негров тоже одобряет, короче, да, то тут мы знаем, что негры как бы пидорцы. Ну, ладно, не будем говорить об этом, как говорится, негр негру рознь, вот. Вот, и там дело в том, что школьники включали в Батар Чундере песни про вот это негров, да, вот это, помните, да, вот недавно еще там на Батл Бэмберс там негры были, песня про негров, вот это вот, как она, негры ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, помните, да, короче, вот этот бред про негров, да. Вот, и это было неоднократно у меня на потоке, в связи с чем мне снесли несколько потоков там на Ютубе, да, вот, и, короче, доступ к трансляциям закрыли на 4 дня, то есть, да, на основном YouTube-канале, поэтому сегодня мы вот здесь, да, пока что, получается так, да, вот в пробном режиме, скажем, да, если что, у меня есть еще один YouTube-канал, пасеки, да, вот, ну там, да, и все из-за того, что, сука, школьники про негров музыку включали, да, сука, да, я. Вот такой, сука, бред баба. Осталось 4 дня до разбана моего канала, то есть, ну, не то чтобы в забане, просто там предупреждение, да, у меня, и удалены 3 видео, а раз такая ситуация, у меня 4 дня нет доступа к прямым трансляциям на основном канале, это бред, согласен, это бред, да. То есть бред баба, вот, поэтому пасеки такая ситуация, на, смотри, вот тебе, пожалуйста, негры, опять во все виноваты, прокидываешь, да, сука, вот, касательно, сука, вот ситуации объяснил, да, думаю, повторять не стоит то, что, за чего, вот, песни про негров, вот, значит, оказались запрещенными, да, это все делали хейтеры для того, чтобы меня, так сказать, кинуть кость в будку, то есть, понял, камень преткновения. Не пизди, точка, да. Нет у тебя никаких предупреждений. Есть, пасеки. Если бы были, есть. У тебя бы прошлые паток удалили, а он есть, работает. Смотрится. Не. Круто, тут мы тебя там попустили. Не. Можем так повторить. Это не считается. Если будешь слышишь, дальше выобываться. Это не считается. Я тебе еще раз повторяю. Это не считается. Ты лэг-баба, ты женскополая чмумба. Вот, я тебе еще раз повторяю. Есть, да. А вот, есть нарушения там, касательно песен про негров. Особенно вот эта песня там фигурирует, да, которая... Такая мелодичная, но мне нравится. Ту-т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 у, понял, да? Была вот эта вот тема касательно сабскриберов, то есть спонсоров на Ютубе, да, ее тоже отключили, да, смотря. Еще раз повторяю, ее тоже отключили, пасеки, да. Ее тоже отключили. Спонсорство отключено по причине как раз вот этой, потому что когда есть какое-то предупреждение, да, то есть они отключают спонсорство, да, то есть на канале. На Ютубе так, в принципе, не было монетизации, да, то есть монетизировались только лишь сапки, вот, ну как сказать. Да, и даже сапки отключили, короче, да. Ну вот, такой вот, братец.